То коли ж Конгрес нарешті проголосує за пакет допомоги Україні, а про перспективи поговоримо далі. Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч зі Сполучених Штатів, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, я вас вітаю. Я вас вітаю, спасибо за приглашення і слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, як ви оцінюєте перспективи надання Україні фінансового пакету від Сполучених Штатів? Чи зможуть дійти все-таки консенсусу в Конгресі, враховуючи, що це питання розглядає вже доволі давно? На даний момент ми бачимо, що республіканська фракція не в состоянии прийти ні к якому консенсусу. И спикер, который является представителем республиканской партии, отказывается поставить законопроект, который уже был проголосован и поддержан Сенатом. 95 миллиардов долларов, которые дают 60 миллиардов Украине, Израилю, Тайваню. Все это было уже проголосовано. Нужно только поставить на голосование. Спикер отказывается это делать. Вместо этого он летит встречаться с Дональдом Трампом. И в пятницу у них должна быть пресс-конференция по поводу законопроекта о том, что не граждане не имеют права голосовать. Ну, то есть вот это то, чем они сейчас согласны заниматься. То есть спикер Джонсон оттягивает, он понимает, что если он поставит помощь Украине на голосование, то он может очень вероятно, с большой вероятностью на этом потерять свою должность. Хотя ему все говорят, что если ты будешь заниматься этим и думать о том, что потеряешь свою должность, то не нужно этим заниматься. Но он человек случайный, он там оказался неожиданно, он не планировал всю свою жизнь быть спикером. Поэтому он смотрит на то, кто контролирует его судьбу, его судьбу. Его контролирует Дональд Трамп. Поэтому сейчас идут переговоры практически с Дональдом Трампом, который взял в заложники республиканскую фракцию. Как пример этого, сейчас они должны проголосовать, республиканцы, по закону, называется ФАИСа, за тем, как можно следить за террористами, за всякими плохими людьми, которые к тому же не являются гражданами США. Это должно было сплотить республиканскую партию. Но когда сказал Дональд Трамп, что я не доверяю этому государству, которое за мной шпионит, когда я был кандидатом, то есть он, ну, вредит военной готовности Соединенных Штатов таким образом. Но это значит, сразу появилось 19 республиканских конгрессменов, которые теперь против того, чтобы голосовать за этот законопроект, который должен был объединить республиканскую партию. То есть они там мучаются настолько, и при этом они понимают, что если они избавятся от спикера, то они будут выглядеть еще хуже. Или это будет спикер, который будет держаться на штыках демократов. Поэтому Джонсон будет затягивать, так же, как и Трамп затягивает. Но давление растет, поэтому сейчас появились новые подписи на discharge petition. Теперь уже подписало еще три человека, то есть количество подписей постепенно растет, чтобы пойти в обход спикера. И чем хуже выглядит ситуация по поводу неспособности спикера решить помощь Украине, тем более вероятно, что количество подписей будет расти, потому что одновременно нам говорит администрация раз за разом, насколько критическая ситуация, насколько важна американская помощь. И, в принципе, нужно понимать, что это американский авторитет на кону. Поэтому следим за тем, что должно произойти, и, я думаю, учитывая то, как вам сказать, как консенсус о том, что Украине нужно помочь, и это голосование будет, но при этом его не происходит, но критическая ситуация наступает. Мы, видимо, ближимся к тому моменту, когда помощь Украине будет выделена одним образом или другим. З огляду на те, що ви сказали, чи не вважаєте ви, що питання України стало внутрішньополітичним для Сполучених Штатів? Я навіть сказав би маніпулятивним, і на ньому просто грають. Справедливе заявлення, але це теж стало передвиборною темою для тих, кого ця тема хвилює. Потому что для людей, которых волнует то, что произошло 6 января, когда у нас был мятеж в 2021 году и попытка захвата власти, это является очень важным приоритетом для достаточно большого количества людей. После этого есть экономика, после этого есть разные вещи. И в этом списке Украина. В основном, почему оказалась Украина в этом списке? Потому что у нас сейчас идет очередь строиться из всех тех, за чьи проблемы Конгресс должен выделить средства, чтобы, ну, поддержать. И это и Украина, и это даже мост в Балтиморе, который рухнул, на который нужно выделить миллиард долларов, чтобы отстроить просто мост в Соединенных Штатах. И республиканцы тоже пытаются это задержать. Поэтому Украина, с одной стороны, проблема политизируется. И это, опять же, спасибо Дональду Трампу, который решил, что Украина – это страна, которая вмешивается в американские выборы и пытается навредить Дональду Трампу. Интересно, кто ему внедрил эту идею? Поэтому
сейчас он просто идет на пролом и не собирается никаким образом помогать Украине. И тот факт, что это должно произойти, и это накладывается на выборы, говорит о том, что это, возможно, будет важная тема для Ники Хейли и республиканцев. Те, кто хотели поддерживать республиканскую партию, но они не хотят поддерживать Путина. Поэтому у них вариант не Трамп, а либо Джо Байден, либо сидеть дома, либо просто не ходить и либо проголосовать за третьего кандидата. И мы видим, что по опросам сейчас Байден начинает уходить вперед, он как бы отрывается постепенно от Трампа. И тут возникает вопрос о том, насколько опасны третьи кандидаты, но вот со всем этим будем разбираться. Стосовно самого Трампа, CNN із посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів, які знаходяться в Вашингтоні і намагаються будувати комунікацію з Трампом, повідомили, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах швидше за все використає військову допомогу США Україні як важіль впливу, щоб змусити Москву та Київ сісти за стіл переговорів. Хоча от раніше від самого Трампа звучали заяви, що допомоги для України не буде взагалі. Які ваші прогнози і як можуть змінитися відносини між США, Україною і Росією? Смотрите, не нужно быть каким-то глубоким ученым, чтобы понять и услышать то, что нам говорят открытым текстом все, кто вокруг Трампа. У Трампа его так называемый секретный план – это отдать Крым России, отдать Донбасс России, гарантировать, что Украина не вступит в НАТО. И вперед. И таким образом он может требовать Нобелевскую премию мира, потому что он великий Трамп, который добился мира. Если это будет, то вот это его план. А то, что будет при Байдене, мы не знаем до конца, потому что зависит от того, какая поддержка у него будет. Если у него будет демократический, с большой буквы «Д», как говорят, Палата представителей и Сенат, то будет идти помощь Украине только по нарастающей, и уж по крайней мере она не будет прекращаться, и уж по крайней мере она не будет тормозиться. А если у Байдена следующие 4 года будет, скажем, Сенат, но не Палата или одна из этих частей Конгресса, то это затруднит его задачу, и тогда будем смотреть. Но сейчас мы видим, насколько Дональд Трамп просто контролирует республиканскую фракцию. Такого у нас еще в Соединенных Штатах никогда не было, и сейчас должен начаться суд над Трампом. И это очень, очень должен интересно повлиять на его популярность, насколько он может, будет популярным, когда будет обсуждаться его личная жизнь, его отношения, измена жене, которая только что родила ребенка. Говорят, что это не самое главное, что он сделал противозаконное. То, что он украл государственные бумаги, намного более опасно для страны. Но говорят, что вот это дело, которое он сейчас пытается сделать все, чтобы не началось, но должно начаться 15 апреля, это самое постыдное для него, потому что это уголовное дело о его личной жизни. Володимир Зеленський особисто запрошував Трампа відвідати Україну. Як ви вважаєте, чи приїде Трамп в Україну? Нет, понимаете, Трамп боится. Он боится поехать туда, где похоронили американских солдат, которые погибли во время Первой мировой войны во Франции. Официально, потому что шел дождик. А на самом деле, потому что он не хотел и говорил, эти люди, они проиграли, они лохи. Как он не понимает, что можно вообще верить во что-то большее, чем ты сам. Это единственное, что волнует Трампа, это волнует он сам. Поэтому ставить себя в любую опасность, любым образом, он никогда этого не сделает. Он будет ставить других людей в опасность. Тоже сейчас, как у него проблема с темой абортов, про которую республиканская партия сейчас проиграет все выборы просто невероятным образом. И спрашивают, какая позиция у Трампа. Он говорит, да пусть штаты сами решают. Он всех бросает. Он бросает и политиков, он бросит и Украину, и он просто разрушает все, до чего он дотрагивается. Поэтому сейчас он разрушает республиканскую партию. Надеюсь, на этом он остановится. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Всегда рад. Я нагадаю, це був Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч у Сполучених Штатах.